И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать, конечно же, на очередное видео, также в рубрику Ингвар News, где мы делаем различные, само собой, вещи. То рассматриваем мы новинки, вот не так-то давно рассмотрели, и буду собирать дальше информацию, кое-что уже кое-где подглянул, и уже, может быть, скоро я сохраню себе эти изображения одного трансформера, очень... Прикольно, что ли. Может, еще что-то появится. Ну и также мы еще рассматриваем в этой рубрике старинки. Да, еще есть некоторые темы, которые мы не рассмотрели. Мы их когда-то изучали, рассматривали, анализировали. Ну так это, группами, кусками, а чтоб целиком, полноценно, всю серию нет. Сегодня у нас будет серия Transformers Earth Spark, иначе Искра Земли, первый сезон. Насчет второго, не знаю, будет, не будет, вроде бы будет. Рассмотрим все имеющиеся фигурки. Я не знаю, что-то еще добавят, не добавят, но на данный момент мы рассмотрим все фигурки, которые есть в этой серии. Абсолютно все-все-все рассмотрим. Насчет пополнения, если вдруг что появится, в будущем тогда сделаем, проанализируем, сделаем такую, как в часть 2. Что-то такое мы сделаем. А пока что давайте просто перейдем к рабочему столу и будем рассматривать эти новинки. Но могу сказать, что не так-то вроде бы все и ужасно, с одной стороны. Как понимать, сейчас поймете. Начинаем, приятного просмотра. И начнем, опять же, мы, конечно, с Бамблби. Вы заметили, что как начинаем рассматривать любую серию трансформеров, чуть ли не первым идет Бамблби. Почему? Потому что это, ну, самый любимый, известный персонаж. И сразу же еще мы встречаем новую такую, что ли, серию, потому что раньше такого я не встречал. То есть у нас трансформеры надеваются на пальчик, и ты можешь вот так, что ли, делать. Я не знаю, это вообще круто, наверное, ну, кто-то это, естественно, покупал, и насколько это интересно, я, честно, без понятия. Как фигурка, статуэтка на полке, может, да, еще здорово, хотя можно тогда купить делюксового, а вот это, чтобы с пальчиками вот так вот играть, ну, я не знаю. Если кто-то так пробовал, напишите свои ощущения, впечатления, как это. Вот прикольно вот так, что здесь Оптимус, здесь Мегатрон, это круто. Если круто, ну ладно. Такие упаковки, такое оформление, ну вроде бы прикольно, ладно. Если рассматривать самого Бамблби, то, конечно, ну понятно, делюксовый победит 100%, а вот это чтобы для игры, ну детям может, опять же, как я люблю говорить, сгодиться. Если уж не получается купить дорогого, большого, можно уж на крайний случай вот такого, но особо тут что, машинка, да тут можно любую Hot Wheels машинку купить, и она будет лучше, чем вот это. А если как бы он еще трансформируется, тут это Бамблби, ну я даже не знаю, тут просто голова, может желтый, черный цвет, и все, остальное просто какой-то робот. Мегатрончик, тоже оформление коробки примерно как и у всех. Ну, тут может что-то чуть-чуть поинтереснее, тут уже может и как робот интересно выглядит, хотя вот эти вот боковушки, назовем так, крылья не совсем, но ладно, это просто вот такой режим, такой вид, может еще ничего, поэтому фигурка более-менее, а альт-режим достаточно маленький, но прикольный, забавный, поэтому может быть, вот если вы хотите, чтобы у вас был Мегатрон в альт-режиме, может и его приобрести, а большого держать в виде робота. Оптимус Prime также имеется, и тут, конечно, не знаю, ну Бамблби пока что, мне кажется, проигрывает лично для меня, потому что очень простенько выглядит. Здесь Оптимус в виде робота, ну вроде бы что-то есть, что-то узнаваемое, но может он будет на втором месте, первый пока у меня Мегатрон почему-то лидирует, а альт-режим, ну тоже напоминает, конечно, нам Прайма, но... Если забыть, что это Оптимус, то просто, ну, какая-то машинка грузовая и все. Арси у нас, само собой, также имеется, как бы робот, ну, даже не знаю. С одной стороны, мы видим эти черты Арси, голова, цвет может быть. Но, с другой стороны, можно найти получше Арси из какой-нибудь другой серии. А машинка, ну, забавная, старинная, прикольная машинка. Может быть, не совсем на 100% шик и блеск, но очень такая, что ли, забавная. Дальше. Хэштег
Про цену не сказал, вот что из памяти помню, в Америке вроде бы 5-6 долларов, у нас эти, если я не путаю, по 10 евро. За эту мелочь на палец 10 евро, по скидке, и то может будет дорого покупать, а без скидки это вообще, это грабеж. Хэштег, вроде бы, если не ошибаюсь, это единственный хэштег в этой серии, я надеюсь, что он или в Deluxe, или в Voyager Class когда-нибудь выйдет, потому что... Ну блин, ну вот нам вот это вот надо покупать. Да, в виде машинки очень здорово, похоже, выглядит. Ничего я плохого говорить не буду. Прикольно. Робот. Есть узнаваемые черты, но опять же, вот эти вот, понятно, раз у нас трансформация именно такая, везде будут эти сбоку детали торчать. Как бы, если уж хочется иметь ее, а это только единственный способ ее приобрести, то можно взять, ну тут, наверное, не знаю, можно и подумать, хотя, плюс еще хороший альтрежим, возможно, и можно взять. В общем, тут, наверное, еще... куда ни шло. Уилджик, да, с этим Уилджиком что-то как-то, ну, блин, нет. Если смотреть мультик, вспоминать, голова как-то вообще, как будто это Браун из фильма Бамблби, голова только другого цвета, или это Рэчет какой-то. Где тут Уилджик, я не знаю. Машинка, ну, может, что-то напоминает, может быть, и нет. Робот, только если цвета. Голова вообще какая-то иная. Дальше у нас Твичи в таком вот виде. Ну, еще раз, да, у нее винты вот эти имеются, и она вообще просто вот такой вот выглядит. То есть тут что-то торчит, снизу что-то торчит. Не знаю, лучше взять делюксовую Twitch и забыть про все, потому что, ну, не знаю, в виде дрончика такого может быть и прикольно, но, опять же, можно взять делюксового, либо же иметь вот такого маленького, чтобы был в виде дрона, и большую в виде робота, хотя, а надо ли? Все, теперь у нас пошли такие трансформеры, которые трансформируются за один этап, то есть раз и готово. Бамблби опять же у нас, машинка, ну может быть и ничего, прикольно, помладше кто сгодится. Если про фигурку говорить, то тут, конечно, опять же, сбоку будет пустота, где ноги, потому что такая трансформация, так это получается, иначе никак. Но, опять же, очень все простенько выглядит, может, здесь и не надо много детализации, но если бы разукрасить чуть-чуть побольше, получше, в разных местах, может быть, выглядело бы хотя бы чуть-чуть попривлекательно. Так, ну, если убрать голову, то это просто кто-то с головой, это Бамблби. Ну, в общем, Оптимус Прайм, такая машинка, сзади здесь вижу вообще дыры, щели, пустота, страх полнейший, как всегда. Опа, какие-то рифмы, какие-то у нас стихотворения пошли. Как бы, если не обращать назад, перед более-менее еще куда ни шел. В виде робота, да, ноги шевелиться у этих трансформеров они само собой не будут, руки более-менее, ну хотя вот может здесь еще как-то что-то, я понимаю, тоже здесь по цветам всего лишь красно-синие, но а узнаваемые черты Оптимуса такие, да, и Бамблби черно-желтый, но там как-то... что ли простенько выглядит, воспринимается мне лично. Здесь более-менее еще смотрится, поэтому, может быть, такого прайма и можно приобрести. Опять же, Уилджик Ёшкин Кот, и вот такое изображение странно нашел. Машинка, может быть, еще и ничего. Можно там пятилетнему дать покидать, поломать, покатать, да, чтобы делюксово не портить. В виде робота, конечно, что-то узнаваемое есть, что-то похоже, но, опять же, это слишком детское, коллекционерам это не надо, только в редких случаях. Насчет вот Soundwave, вот если вы ярый фанат Soundwave, то может быть даже и такого стоит приобрести, потому что, во-первых, альт-режим прикольный, необычный, интересный, такой как самолетик, да, или беспилотник, или что-то в этом роде, наверное, самолетик такой, истребитель, скорее всего, плюс-минус, да. В делюксом виде он вроде бы не выходил, или если выходил, то в виде машинки. Сейчас мы попробуем узнать, вспомнить, если он не выходил, то это получается единственный шанс, да, приобрести. Да и в виде робота-то и не стыдно, выглядит самое главное. Тут разукрасили, тут подчеркнули, да. Тут более-менее, ну хотя ноги тоже простые, ну в общем, как-то воспринимается этот Soundwave по-другому. Может быть, потому что мы знаем, что Soundwave это значимый, интересный, крутой персонаж. Поэтому я могу сказать, что вот этот товарищ еще более-менее как-то смотрится. Swindle, Stanticon, конечно же. Джипик мы, значит, видим, получается, только здесь. Ну, может быть, что-то было в мультике, похоже. Дыр щелей, ну я вижу, но может ладно, если в виде робота. Ну, конечно, здесь мы не видим дыр, это замечательно.
замечательно, это круто, это здорово, но то, что не разукрасили, ну не знаю, наверное, надо было разукрасить или так должно быть. Ну, в общем, тут опять же можно спорить и всякое прочее. Ну, вроде не стыдно выглядит, в делюксовом виде он здесь не выходил. Если уж нет никакого шанса у вас приобрести Свиндла из другой серии, предыдущей, давней, то можно его приобрести, потому что, ну, честно, еще, ну, относительно выглядит. А нет, вот машинка, ну, машинка, ну, может быть и ничего, но... Есть, конечно, альтержимы куда лучше, но в виде робота как-то более-менее. Теперь Мегатрончик. Альтержимы чуть попозже перейдем. А если о роботе говорить, то достаточно-то смело, хорошо, достойно, что ли, выглядит. Если бы еще ноги шевелились бы, были бы подвижными, было бы вообще замечательно. А так, очень так и неплохо. Если не хотите делюксового, то можно взять такого. Хотя тоже нужно подумать. Но, может быть, если вам подарили или купили, когда вы были помладше, потом вы, может, все-таки этого захотите оставить, потому что у вас будут приятные воспоминания, потому что там что-то вы делали, ну и плюс не стыдная вроде бы как фигурка. Ну и альтержим более-менее похож, нету странностей, ну есть, видно, но более-менее. Поэтому еще как-то вот с этим товарищем можно поделать что-то. Теперь у нас Twitch очередная, то есть, как вы замечаете, считайте, самые такие популярные известные персонажи из мультика будут встречаться чуть ли не в каждом классе. Вот так вот, то есть, тот же Бамблби, 10 штук в одной серии. Ну, а что ты сделаешь? Здесь дрон такой, ну, сгодится, ладно, можно такое принять. И в виде робота, конечно, раз такой альтер-режим, такой процесс, то, конечно, у нее здесь немножечко добавились лишние куски металла, и она кажется чуть-чуть такой, ну, не совсем уже стройненькой, худенькой, а вот какой-то вот такой. Но если так посмотреть, все это отбросить, то более-менее вроде бы нормально вышло, получилось. Для детей сгодится, само собой, эта фигурка, но для коллекционера, я думаю, наверное, ну, можно ее взять, а можно и делюксовую. Дальше Breakdown, это просто перекрашенный Wheeljack, и здесь я восхвалять ничего не буду и комментировать. Просто перекрасили и даже не убрали вот эти ушки на макушке. Если бы их убрали, я бы еще, может, что-то сказал. А так, ну нет, 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 это мимо. Дальше, конечно же, у нас Элита 1. Джипик-то вроде бы ничего, как мне кажется, нормально. Похоже, это было в мультике, вроде бы было. А если в виде робота обсуждать, как она выглядит, ну, конечно, однотонная, одноцветная, просто все в одном цвете и все. Вроде узнаваемо, голова есть хорошо похожа, если ее убрать, то, может быть, тоже будет все хорошо, ну, не знаю, тут на любителя, но есть и вроде бы и другие лучшие фигурки, чем вот она. Дальше Skullcruncher, как я когда-то говорил, не так-то вроде бы давно тоже в рубрике Ingvar News, что здесь вообще поленились дать красок, то есть вот крокодильчик, ну, я понимаю, у него должны быть такие-такие цвета, но просто в виде крокодила это так дешево выглядит и простенько, что, блин, мы даже вот на картинке видим, что здесь у него красненько сверху, зелененько сбоку, где это на фигурке, ну где, не знаю, очень странно выглядит, то есть прикольно, крокодил трансформер, здорово, но так плохо выглядит в виде крокодила, что вроде начинали, а потом такие, ай да пошло оно. А в виде робота, ну, может здесь, если да, вот они хотят так, а если они сделают в виде крокодила, цвета перемешаются будет не очень, тогда понятно. Но если можно было бы все равно добавить красок, то, наверное, бы в виде робота тоже выглядело бы все красиво, классно, офигенно красиво, поэтому, не знаю, вроде бы в виде робота еще выглядит более-менее, но в виде крокодила это ужас. Теперь у нас Warrior класс пошли, тут вроде бы это как и Deluxe серия, а вроде бы и упрощенная. Не знаю, зачем вот делать две подобные как бы серии, только одна лучше другой или хуже, больше подвижности, меньше, зачем, дешевле, дороже, в общем. Elite 1, лучше уж тогда, может быть, ее приобрести, вот эту, чем предыдущую, потому что здесь еще и пушкинцы имеются, более-менее получше, что ли, выглядит, покрасивше. Ну а джип, такой пустынный назовем, ну, даже не знаю, вроде бы и та ничего, может быть, та и намного лучше, чем это. Ну, как-то альтер-режим простенький, достаточно простенький. Optimus Prime, вроде бы делюксовый, тоже не стыдно получился. Этот, мне кажется, тоже еще ничего, имеется оружие, вот такой топор.
Если не ошибаюсь, здесь хотя бы нет пустот, это замечательно. Есть в ляшечках, то есть у него ляшечки проветриваются, ну ладно. А так еще более-менее. Машинка похожая, в мультике у него именно такой альт-режим и был. Не сказал бы, что ужасная фигурка, можно приобрести, но может быть стоит иметь другого. Дальше Skywarp, это у нас будет перекрашенный и Starscream, если не ошибаюсь. Ну, конечно, вроде бы как и ничего, вроде похоже, конечно, Skywarp в мультике была она, а не он, то есть решили поменять ему пол, да, очень так по-современному. Тут еще какая-то у него, что ли, у нее, точнее, функция, что ли, имеется. Ну, не знаю, нужно ли, можно Скайопа взять нормального, где это он из другой какой-нибудь серии. Истребитель вот такой, нет, лучше кого-нибудь другого. Вероятно, когда я сохранял себе изображение, я, кажись, пропустил Мегатрона, но уже как есть. Ладно, переходим к Трашу. Данный Траш у меня имеется, мне он лично понравился, классная фигурка, похож, как в мультике. Вот мы видим его изображение с мультика сзади и фигурку. Но в один, скажем так. Делюксовый не так-то давно вышел. И я посмотрел, сравнил, мне как-то больше Warrior класс нравится, чем Делюксовый, потому что Делюксовый более светлый, а в мультике он был более темный, то есть металл назовем, да, такой более серебристый, темный, а там такой какой-то светленький, костяной цвет назовем, так не очень мне зашло. И плюс здесь он с люлечкой, а там просто мотоцикл. Поэтому как-то я бы предпочел бы, порекомендовал бы, наверное, этого Траша, потому что мне он правда понравился, еще и мотоцикл вот в таком виде. Да, убери вот это, будет страх, но в совокупности более-менее еще смотрится, и еще сам мотоцикл-то не такой уж маленький. А делюксовый, сейчас мы перейдем к нему как-то, не знаю, не очень, поэтому хорошо, что я этого имею, мне писали не бери, я взял и, кажись, не прогадал, хотя, опять же, у всех свое мнение. Вот, Starscream, как я говорил, ну, конечно, есть куда лучше Starscream, это, ну, просто сделали, чтобы был, и все. Ну, конечно, хотя бы в виде истребителя чуть-чуть покрасивше выглядит, чем Skywarp, но я бы и этого не рекомендовал, потому что есть лучшие и куда столько подобных, чуть ли не одинаковых этих Starscream, если бы они еще отличались бы сильно. Jawbreaker тоже единственная такая фигурка, если бы у нас он продавался, я бы, наверное, бы взял бы, хоть может быть. Чуть-чуть и выглядит простенько, надо больше красок, цветов добавить, но это Террен, я Терренов хотел бы всех иметь и, наверное, бы его бы приобрел бы. Насчет, будет ли он в серии Deluxe или Voyager, наверное, Deluxe вот под вопросом, скорее всего, должен быть. А вот когда, не знаю, а вот такой динозаврик, ну, конечно, оранжевый весь такой, вот в мультике он имел ли еще другие цвета, вот сейчас не вспомню, а так, ну, вроде ничего, но я бы его держал бы, конечно же, в виде робота. Дальше Shockwave также в этой серии имеется. И тут, конечно, опять же, каждый должен смотреть сам. Брать ему Warrior класс Shockwave или брать ему Deluxe, потому что они более-менее друг на друга даже очень сильно смахивают, похожи, напоминают. И тут есть некоторые только отличия и все. Но фигурка вроде бы как не стыдная, нормальная, вроде не дырявая, не странная. Ляшечки не проветриваются, сбоку здесь тоже все четенько, поэтому, наверное, хорошо. Вот такая непонятка, раскоряка, артиллерия на ножках, назовем это так. Вроде бы, ну, наверное, можно держать в таком виде, но как-то я такой альт-режим, что ли, не предпочитаю, назовем это так. А в виде фигурки вроде бы еще ничего. И Бамблби вот у нас из последних появился. Не знаю, зачем нам Warrior класс Бамблби, когда есть классный делюксовый Бамблби по этому мультсериалу. Тоже неплохо выглядит в виде робота, прикольно, красиво. Конечно, ножки вот здесь сбоку дырявые, у того вроде бы все супер. Можно его взять, если вы упустили. Вот может быть я вот как упустил Бамблби делюксового, и сейчас я не могу себя в городе нигде найти. Может быть, это вот появится, и его приобрету, и буду очень рад. Альт-режим, конечно, да, вот этот момент мне очень нравится. У того, наоборот, машинка вся офигенно, идеально, ёшкин год. А вот как, что в итоге будет, не знаю. Ну и Twitch решили сделать. Есть делюксовый Twitch, и есть еще в этой серии. Тоже вопрос, зачем, для чего, чтобы побольше заработать? Может быть. А может быть это уже намек на второй сезон, что у нее альт-режим чуть-чуть поменяется, модификации будут, я не знаю. Кто его знает, что они тут запридумывали, напридумывали, запланировали, не знаю.
Можно, конечно, ее взять. Можно взять делюксовую, потому что делюксовая не стыдная, классная, хорошенькая, прикольненькая. Но Alter Gym я бы предпочел бы делюксовый Twitch, потому что там она выглядит прям, ну, чуть ли не как в мультике. Здесь, но не так. Вообще дрон не таким был, что это. Ну, хотя, может быть, в каком-то моменте она именно в таком виде и была. Может быть, сейчас я уже не вспомню, я мультсериал смотрел, но вот такие моменты, например, я могу и не вспомнить. Не знаю. Теперь вот пошли у нас делюксовые трансформеры. Плюс у этих делюксовых трансформеров имеются детальки мандроида. И если ты соберешь всех делюксовых, ты будешь иметь мандроида. Я, естественно, не полностью его имею, только голову и туловище. Ну а что поделать? Вот об этом Bumblebee говорил. Очень здоровский, классный, офигенный, супер сделанный Bumblebee. Только почему вот у него туловище вот такого яркого желтого цвета, а все остальное бледное? Я в магазине вроде когда видел Bumblebee, когда еще думал брать не брать, вроде бы он весь нормально выглядел в одном цвете, что-то как-то не знаю. Ручечка у нас имеется, машинка, мы видим, да, как в мультике, классно, все офигенно красиво сделано. Да и ведь робота очень даже не стыдненько, хотя может быть Warrior класс с какой-то стороны может и победить вот этого, не знаю. Ладно, Мегатрон, я его как-то вижу в магазине, но брать его не хочу, потому что хоть и он вроде бы и в идеальном режиме здесь здорово выглядит, и в виде робота-то нормально, хорошо, и вроде бы иметь очередного Мегатрона я не против, но как-то вот не совсем, что ли, мне именно такой Мегатрон нужен. Я бы хотел бы такой серьезный дживановский Мегатрон, очень бы пригодился. Вот этот может и не совсем. Не знаю, если бы там за смешную цену, я подумал, хотя тоже. Можно, конечно, опять же, иметь всех трансформеров с этого мультсериала, с этого фильма и так далее, но у меня такого нету, чтобы надо иметь абсолютно всех трансформеров оттуда. Дальше у нас имеется Twitch, вот я ее имею, я доволен, классная, замечательная фигурка, странности, ну, может, и чуть-чуть и есть, но, с другой стороны, нормально. Очень стройненькая, худенькая, как в мультике, прикольно, а дрон, ну вот в мультике что-то такое было. Поэтому это, наверное, самая выигрышная Twitch, пожалуй. Optimus Prime почему-то вот в таком виде, как-то интересное нашел изображение. Коробка вот такая, а если говорить про Alt-режим и робота, то вроде бы Optimus здесь выглядит достаточно хорошо. Конечно, здесь у него есть пустота, где кисть, но она просто убирается так, поэтому понятно, почему пустота, но можно было бы сделать какую-то такую деталюшечку, которая прятала бы эту пустоту. Так раз, крышечку открыл, убрал, закрыл, все. Было бы офигенно, но никто не хочет это делать, потому что это деньги и как бы лень и так далее. Ладно, но сам робот прикольный, и машинка, может быть, даже здесь более лучше выглядит, чем предыдущий из Warrior класс, хотя тоже вроде тот не стыдный. Шоквейв, вот я об этом говорил. Считайте, он очень сильно вроде бы напоминает по Cyberverse, просто чуть-чуть переделанный, а может даже вообще он ничего здесь нового не имеет. Просто тот же самый Shockwave серии Cyberverse. Может быть и вот так вот, потому что что-то такое вроде бы есть. Если тот же самый, мнение останется такое же, как и в прошлый раз говорил. Ну и такая раскорюшка на ножках, ну вот такая артиллерия. Дальше Гримлок тоже вижу у себя в магазине, хотя в целом, если так посмотреть, я вроде бы всех трансформеров видел вот этих в магазине, только каких-то в одном, каких-то в другом и так далее. Не так, что все трансформеры в одном магазине, это прямо у нас очень редко. Насчет Гримлока, не знаю, выглядит что ли достойно, более-менее, очень похоже, напоминает. Гримлока с мультика в виде робота прям очень хорошо выглядит, мне кажется, хотя может быть потому, что это я смотрю на изображение. А если я буду смотреть и держать в руке, я скажу совершенно другие слова. Да и в виде динозавра очень мощно, массивно, офигенно, толстенько, накачано, что, блин, наверное, я бы этого Гримлока вам порекомендовал. Если был бы ярым фанатом этого персонажа, может быть, его взял бы, не знаю. Дальше Найтшейд. Имею классный, здоровский трансформер, вроде бы единственный в этой серии. Не знаю, очень хороший трансформер, рекомендую. Сова тоже прикольная, может быть, есть некоторый нюансик, но прикольная фигурка, и тем более, если вы имеете всех Терренов, то это на полке так будет красиво, здорово смотреться. Конечно, вот Twitch, масюсенька, это будет странно, а так, очень здоровский трансформер. Starscream, считайте, или тот же самый, в том смысле, что где-то уже встречался такой же самый, либо чуть-чуть измененный, но опять же, он не выглядит
как в этом мультике. Он выглядит так, как в мультсериале Кибервселенная. Голова не такая. То есть, да, может быть, эти деталюшечки там добавлять не надо, но если же вы хотите повторить, как было в этом мультике, так надо уже прям конкретно все деталюшечки повторять. Ну, в общем, может быть, кому-то пригодится. Истребитель, не знаю, очень странный. Может быть, это мое просто такое мнение. Ну, здесь как-то пустота. Тут, не знаю, есть более лучше, что ли, истребители. Может быть, еще относительно этот и ничего Starscream, но я бы такого бы точно не брал бы. Эпрау, вроде бы я обсуждал не так-то давно. Это просто у нас перекрашенный вот сайберверсовский хот-род. Отличается только цвета, голова и, может быть, что-то еще, а может быть и ничего. Почему он вышел, я не знаю. Намек на второй сезон, ну, тоже под вопросом. Просто решили сделать, а вот не знаю. Но я бы его точно не брал, потому что, ну, Прау, Хот Род, что одно и то же это. Ну, в общем, это уже ладно. Много раз мусолим, а так, такой вот есть. Ну, и вот этот Траш, мы видим, да, какой-то темный такой, прям похож на себя. Здесь он тоже похож на себя, но он слишком светлый. Да, имеется здесь щит, нежели люлька, хотя и из той деталюшки тоже можем щит сделать, но тут пистолетик еще имеется, там вроде бы у него нету, или у него все на этой люльке, на щите. Тоже вроде здорово выглядит, но мне как-то больше что не нравится тот, который я имею. И мотоцикл вот, без люлечки. Может быть, тоже такое может быть. Плюс здесь у нас имеется вот такой символ, да, спереди совершенно другой. Из-за этого, может быть, стоит взять, но не знаю, мне как-то мой нравится, и его бы я вам точно рекомендовал бы, нежели вот этого. Теперь пойдут у нас такие большие трансформеры, вроде бы осталось совсем чуть-чуть и будем заканчивать. То есть большой, очень мощный Бамблби, конечно же, с Мо Мальту, то есть с девочкой. Ну, ради девочки можно приобрести, Бамблби кому-то отдать, а девочку себе оставить, чтобы поставить, например, там, среди Терренов, Оптимуса, Бамблби и так далее. А можно и вообще обойтись, потому что слишком дорого эта девочка обойдется. А так, ну, это опять же супер детская вещь. Машинка может быть мощная, здоровская. А робот, ну, если многие были бы подвижными, было бы очень классно. А так, с одной стороны, вроде бы, ну, прикольно, сгодится, может, действительно, детям будет забавно. Ну и, естественно, по такому же принципу и Optimus Prime вышел с Робби Мальто. Тут, конечно, ноги кажутся, что они будут шевелиться. Вроде бы как фигурка, ну ладно. Оптимус, конечно, чуть-чуть, вот грудная часть прям, ё-моё, это ему что, стекла выбили? Ну, я понимаю, что вот так движется, но, ну блин. Ладно, может сгодиться для помладше. Альт-режим, прям мощный перед, как, ё-моё, двинешь кому-нибудь. Ну, не надо, конечно, так делать, но может и ничего, но мы в целом что предпочитаем? Лидер класс, вожер класс, люкс класс, ну может легенд класс, либо кор класс. Это более вот туда, помладше, может для них это конфетка. Ну и еще осталось вообще вот совсем чуть-чуть. Это у нас вот такие паки. Мы объединяем Бамблби, мы объединяем Мо. Вот в такое непонятное. Я не знаю зачем, в мультике вроде бы этого не было. Зачем они это выпустили, не знаю. Круто это или не круто, каждый сам решит для себя. Я бы такой точно не брал бы. Машинка Бамблби есть получше, хотя, ну, еще ничего, но есть лучше вариант. Сам Бамблби, ну, может, еще ничего, но можно взять опять же делюксового. Ну, а Мо в таком костюме, а надо ли? Ну и по такому же принципу Твич и Робби. Конечно, Твич здесь прям вот просто как будто Твич, вот она вот такая, и она села в какой-то еще костюм, как мне кажется, потому что, ну, она как куда-то она выросла, что ли. Альт-режим Твич, конечно, чуть-чуть такой странный, может быть, даже супер странный. А Робби в таком костюме, а надо ли нам, опять же? И в сумме вот это получаем, а надо, этого же вроде бы как не было. В общем, очень странная вещь, я бы отказался. Ну и последнее, что мы рассмотрим, это пушка, панерф, можешь напялить и говорить, что я отношусь к новым трансформерам, к
к Терранам и так далее. В общем, столечко. И что же, вот у нас видео подходит к концу. Мы рассмотрели данную серию, и как мы замечаем, казалось бы, вроде бы, ой, мультсериал «Искра Земли» какой-то странный, ужасно неинтересный. А посмотрев, изучив, поняв, плюс фигурки, вроде бы не так-то все ужасно и плохо. Я не говорю, что этот мультсериал офигенный. Но, с одной стороны, есть забавные, интересные, прикольные моменты, и посмотреть можно. И порекомендовать другим также. Фигурки также. Есть хорошие, есть очень хорошие, офигенные. Есть более-менее, есть, конечно, странные, как всегда. Поэтому не сказал бы, что все ужасно, все очень даже неплохо. Все очень даже неплохо. А свое мнение вы можете писать в комментариях. Все, миссия выполнена, все, что мог, я сделал, сказал, протараторил, проговорил. Время заканчивается. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, нажмите на лайк для поддержки. Также про колокольчик не забудьте. И увидимся в новых видео, в различных рубриках и в рубрике Ingvar News, потому что еще кое-какие вещички мы должны в ближайшее время сделать. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.